По-весеннему легко и вдохновенно открывает отчетный концерт «Юные дарования» среднего хора девочек «Весенние голоса» под руководством Светланы Каменской. Стройное девичье пение сменяется лирическим отступлением на сцене. Ансамбль скрипачей младших классов «Скерцина», руководит которым Елена Семенова. Знаменитый вальс Евгения Доги звучит по-особому нежно в исполнении юных скрипачек. Минувший учебный год для воспитанников Одинцовской детской музыкальной школы выдался насыщенным на события. Ребята успели выступить на всероссийских и даже международных конкурсах. Из недавних побед – успех гитариста Назара Шевченко на фестивале «Табула раса». У нас очень много замечательных ребят, которые стали лауреатом самых престижных конкурсов, такие как «Волшебные звуки рояля», такие как конкурсы всероссийские, которые проводятся по народным инструментам. У нас великолепно в этом году выступал класс гитары. У нас наш ученик Назар Шевченко победил в престижнейшем музыкальном конкурсе «Табула раса», занял первое место, и как приз ему присуждена гитара очень хорошей испанской марки. Вот, думаю, что в скорости он получит и будет нас радовать уже на новом инструменте. Пианисты замечательные, коллективы великолепно выступали. У нас в этом году появился новый коллектив, оркестр баянистов-аккордеонистов, который уже сразу стал победителем всероссийского конкурса. Так что у нас есть чем гордиться. Я думаю, что и дальше мы продолжим в этом направлении действовать. Отчетный концерт – это подведение итогов и демонстрация мастерства воспитанников. За год педагогами и учениками школы проделан большой путь творческого становления ребят, которые живут и дышат музыкой. Здесь одаренные пианисты Людмила Караваенко и Ольги Ефремовой, юные хористы Ирины Аликановой и Светланы Каменской, задорные мальчишки из хора «Веселый ветер» Светланы Виноградовой, фортепианный дуэт, это флейтисты, ансамбль духовых и ударных инструментов. Открытием этого года стал оркестр баянистов-аккордеонистов «Одинцовская гармоника» под руководством Сергея Шаповалова. В этом году школа выпускает более 50 музыкантов и готова принять 150 новых учеников. Узнать о новых классах и программах обучения можно будет 12 мая на Дне открытых дверей. Мария Подъепольская, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».